Всем привет! И очередной видосик из рубрики «Своими руками». Сегодня мы хотим вам показать, как установить микроволновку на стену. И как же это сделать? Да очень просто. Приобретаем кронштейны под микроволновку. В коробке от кронштейнов есть гарантийный талон и подробная инструкция, как установить кронштейны, какие инструменты понадобятся. Ну а те, кто не любит читать, дальше смотрите видео, там все подробно будет рассказываться. И по традиции передаю слово мужу, который расскажет, как установить кронштейны и как на них повесить микроволновку. Вот, пришли долгожданные кронштейны, которые искали. В магазинах их толком нет выбора. Массу выдержит до 35 килограмм. Ну, в принципе, они такие мощные, что выдержат и 50. Смотрим, что тут есть. Вот, положим сюда. Есть пробки с шурупами, шурупы под бур 5, ну если их просто в стену крутить, а пробки под бур 10. И вот такие вот кронштейники качественные, смотрите, сварка какая качественная, медная. Болт, обмедненная гайка, то есть не заржавеет ничего. Покрашены, ну, судя по ощущению и по запаху, то краской пищевой. Так вот они раздвигаются на любой размер микроволновки. Сейчас померяем по микроволновке. Напоминаю, цена 200 гривен всего. Оп. Оп. То есть можно к стенке, мы уже меряем так дистанцию и прикручиваем, а потом под любой размер микроволновки, то есть мы можем ее отпустить. Смотрите, как хорошо. Я думал, где-то прикручивать что-то надо, а оно, оп, и село, все на лавках, красиво. Вот так будет висеть. Потом снимем, как мы ее цепляли. Для сверления кафеля вам понадобится вот сверло по стеклу и керамике, ну, перьями называем их. Выглядит вот так. Это обычным буром не пойдет, побьет кафель. И крутить лучше шуруповертом на мелких оборотах и поливать водичкой. Ну, в зависимости какой кафель. У меня такой, который нужно поливать. Итальянский, он жесткий, как гранит. Вот на эту стену мы будем устанавливать кронштейны под микроволновку. Перед тем, как размещать на стенке, берем эти ножки, приблизительно выравниваем, и все равно потом их установим как нужно, и приложим к микроволновке. Вот, сдвинули, да? И ставим по этой ножке вот, ну, где-то по центру, чтобы можно было и туда гулять ей. И эту также сам устанавливаем. То есть по центру. Ну, посередине, чтобы стояла. Не тут. В принципе, туда нам все равно, по бокам, чтобы центр был главное. Вот. Берем линеечку. Лучше линейку использовать. И хватает она более ровно, удобнее, чем рулетка. И приложим по внешнему краю. Вот. Смотрим, какая у нас длина. Ну, смотрим, 35,3, да? Потом берем на стенке, отбиваем уровень. Ну, с учетом же высоты самой микроволновки. Берем высоту микроволновки вместе с ножками. Вот. Сколько тут смотрим? 29. Ну, это если сверху что-то ее будет подпирать. Если нет, то нам, в принципе, как бы все равно.
Отмеряем. На стенке отбиваем уровнем. Это сейчас снимем, покажу. И линеечкой нашу длину. И потом можно будет выставить вот эти лапки в уровень. Вот так вот, вот под уровень поставим мы их. Они тут, видите, еще и гулять могут. Но нам нужно их будет в уровень поставить. И все. И можно сверлиться. И сжечь сверло, начинает свистеть, отпускать или порубить. Вода, сразу надо в воду окунать, и сгорит сверло. Кафель такой крепкий попался. Очень крепкий кафель. Просверлились. Кафель самый тяжелый, такой еще не сверлил. Забили пробки, там гипсокартон. В общем, родные не подходят. Крепежи. Пришлось купить вот такие длинные. Скажи. Вообще. 140-е восьмерка. Они вкручиваются, не забиваются. Нужно и забивать, но лучше вкрутить. Сверливаем первый винт посередине, ставим уровень и по уровню смотрим, регулируем уровень. Получается вот. Лучше на малых оборотах это делать. Вырезы специально, ход есть, если вдруг там где-то не уровень. Так по горбатой плитке очень сложно было выставить. Я сильно не заморачивался, ничего не рисовал. Все. Можно следующее. Вот так висит наша микроволновка. Мне очень нравится. Вы напишите свои комментарии, отзывы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока!